Теперь телефон или планшет можно превратить в систему видеонаблюдения. Все, что нужно, это установить TracerCam и ввести данные от учетной записи. У тебя еще нет аккаунта? Зарегистрируйтесь на сайте cloud.tracer.com. Процедура простая и не займет много времени. К тому же, после регистрации тебе подарят 500 рублей на счет. Они тебе пригодятся. Все, ваш смартфон – это полноценная камера видеонаблюдения, которая может записывать видео с основной или фронтальной камеры, со звуком и без, автоматически начинать трансляцию при включении, использовать фонарик в качестве подсветки. Встроенный детектор движения сократит время на поиск нужного события, а облачная запись надежно сохранит ваше видео. Преимущество этого вам позволит оценить те самые 500 рублей, которые вы получили при регистрации. Видео с вашей камеры можно смотреть где угодно, был бы доступ к интернету. Через обычный браузер на компьютере в личном кабинете или установив TracerClient на ваш любимый смартфон или планшет.